Приветствую вас. Знаете, мне, несмотря ни на что, несмотря на вашу историю, мне показалось, что вам хочется, чтобы, хочется любви от своей мамы. Вот, и хочется от нее какого-то одобрения, несмотря на то, что вы говорите о том, что, значит, что этого нет, то есть, что вам это не нужно, несмотря на то, что вы как-то вот пытаетесь сказать, что вам это неинтересно. Вот. Так что, честно говоря, я думаю, что нужно разобраться с этим для начала. Вот. Чего вам хочется по отношению к своей маме и по отношению к, может быть, по отношению к своей сестре еще. То есть, как бы, мне кажется, вот такой момент, он довольно-таки важный. Вот, если мы хотим разобраться, с тем, что с вами происходит, да, если мы хотим понять вас, это первое. Значит, второй момент. Который я хочу обратить ваше внимание, да, это момент, связанный с тем, что вот вы говорите, что меня убеждают, что я плохая, пытаются убедить, что я плохая. Знаете, мне кажется, что да, вероятно, это выглядит так. Это выглядит так, что вас пытаются убедить, что вы плохая, но по факту вы принимаете правила игры, как мне кажется. По факту мне кажется, что вы принимаете эти правила игры. И по факту мне кажется, что если бы вы правила игры не принимали бы, условно говоря, если бы вы воспринимали, например, это по-другому, если бы вы соглашались внутренне бы с тем, что вам говорят, вот, то вполне вероятно, что ситуация была бы другой. Вот. В том смысле, что у вас было бы гораздо больше шансов на то, чтобы выйти из этой ситуации вот, в таком ключе, да, в котором хочется вам, в ключе, в каком хочется вам. Вот. Поэтому мне кажется, что сама эта ситуация возможна только потому, что вы сами допускаете, что она возможна, эта ситуация. Вот. Мне кажется, так. То есть где-то
где-то вы соглашаетесь с этим, ну вот, с этим моментом. Вот. И я думаю, что вот в первую очередь вам нужно обратить внимание на это, и в первую очередь вам нужно, ну, исследовать этот момент. Вот. Второе, это, пожалуй, в обязательном порядке необходимо отграничить себя от, ну, мамы, ну, вот, да и не только на самом деле от мамы. Вот, я бы сказал, что от кого угодно вам нужно себя отграничить, вот, потому что здесь есть проблемы с личными границами у вас. Вот, следующая манера общения и то, что вас задевает, вот, то, как с вами обращается, вот, в какой-то степени это нормально, что вам, ну, что вам какие-то вещи неприятны, вот, это, ну, нормально, вполне себе, с одной стороны, это нормально, но с другой стороны, если это происходит, ну, без направленности на вас, мне кажется, ну, мне кажется, несмотря ни на что, это все-таки происходит без направленности на вас. Вот. Мне кажется, это больше связано с диалогом мамы, ну, вашей мамы с собой. Вот. Мне так, повторюсь, мне так кажется. Вот. Я могу ошибаться, безусловно, вот, я не претендую на истину ни в коем случае. Вот. Но мне кажется, ну, мне кажется так. Понятно, конечно, ситуация непростая, это понятно, безусловно. И, на мой взгляд, вам нужна помощь, вот, поэтому найдите возможность, ну, позаботиться о себе, найдите возможность помочь себе, вот, найдите возможность, ну, дать себе возможность разрешить свои проблемы. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. То есть, если подумать, да, то у вас есть некоторые недостатки в тексте. Вот, я не хочу
заострять особое внимание на этом, потому что, ну, подозреваю, что особо пользы для вас это не принесет, ну, большой пользы вам это не даст, подозреваю, так сейчас не даст большую пользу вам. Вот. Но момент это важный, вот, поэтому я хочу, чтобы вы нашли возможность, нашли время, вот, может быть, силы для того, чтобы обратиться за помощью, вот, к психологу, да, и поработали своими трудностями, которые у вас есть. Вот. Иногда это вот единственный выход из ситуации. Вот. Но иногда просто другого способа не может быть иногда. Вот. Поэтому это такой момент. Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Значит, на этом все. Я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам всего доброго. Вот. Старайтесь, значит, ну, фильтровать то, что вам ну, доносят другие люди. Вот это обязательно необходимо. Это необходимость первоочередная необходимость, потому что если вы не будете фильтровать то, что вам говорят другие, то вас будет ну, мотать из стороны в сторону, туда-сюда, 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 вот. Это будет очень сильно тащать вас. Вот. Я думаю, если вам не хочется, чтобы так было, вот. Ну, я бы сказал, что имеет смысл обратить внимание вот на эти вещи, которые я озвучил. Вот. Желаю вам удачи, всего самого доброго. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.